и на противень тонким слоем распределяю полученную массу. И продолжаем дальше скручивать ролл. Впереди лето, хоть каждый день готовь. Хоть каждый вечер, хоть каждое утро. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале По Трапезам, канал о еде и путешествиях. Сегодня приготовим мороженое в домашних условиях. Сливочное с кислинкой от малинки будет очень вкусно. Оставайтесь с нами, мы начинаем! Для приготовления мороженого ролл нам потребуется малина, банан. Можете брать любые ягоды, фрукты, которые нравятся вам. И в равных пропорциях возьму сливки жирностью 35% и сгущенное молоко. 100 мл сливок, 100 мл сгущенного молока. Для начала очистим банан и, поломав на кусочки, помещаю в чашу блендера. Сюда же помещаю малину. Блендером измельчаю ягоды. Итак, фрукты измельчила. Добавляю сливки и сгущенное молоко. Слегка взобью блендером, чтобы продукты все перемешались. Вот смотрите, получилась вот такая достаточно густая вкусняшка. Теперь беру противень и на противень тонким слоем распределяю полученную массу. Все, вот так равномерно распределили мороженое, убираем в морозильную камеру буквально ненадолго. Итак, друзья, прошло буквально полчаса. Мороженое у нас застыло, и теперь наша задача накатать роллы. Вот таким шпателем берем и катаем роллы. На этом этапе вот так наш ролл завершим. Возьмем нож, ролл порежем пополам. И укладываем в стаканчики. Так, разметим заранее, пожалуй, вот так. И продолжаем дальше скручивать ролл. Порежем пополам опять. Посмотрите, друзья, вот такое мороженое ролл у нас получился. Сейчас Алексей будет пробовать эту вкусняшку. Всем привет! Сегодня у нас отмороженный день. Будем кушать мороженое. Это как там, как в Таиланде, как во Вьетнаме делают, такой же. Прикольно, классно. Прям натурально. Вещь. Классное сливочное мороженое. Но больше похоже не на фруктовое, а именно такое, на сливочное мороженку. Прям очень хорошая штука. Особенно детям понравится. Такая забава. Какой вкуснейший десерт. Офигенно. Вообще тема. Впереди лето, хоть каждый день готовь. Каждый вечер, хоть каждое утро. Я не знаю, как мы раньше жили без такого мороженого. Не понимаю. Проверено По Трапезам. Рекомендую. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Здесь в уголке есть кружочек. Нажмите на него. И не забудьте нажать на колокольчик. Он вам сообщит о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Пока-пока, приходите еще!